привет. Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал. В гостях у Павловны. Я сегодня выбралась на прогулку вот в этот район. Мне по делам нужно. На автобусе я не стала ждать его. Прогуляюсь. И вот здесь сейчас вот остановилась, чтобы, как говорится, вы мое пыхтение не слышали. Расскажу вам. Немножко расскажу коротенько о Тимошке. Я знаю, что много среди моих подписчиков очень сочувствующих. Кто-то может скажет, что ой, коту уже, которое видео. Но знаете, если я сказала А, значит нужно и Б сказать. Ну что, сегодня воскресенье. В пятницу мы его усыпили. Все-таки, знаете, это у него неизлечимая болезнь, как врачи сказали. Сказали мне название, я забыла. Если заказывать какое-то лекарство американское, какое-то по американской лицензии, очень недешево, так сказать. И не факт, что поможет, потому что оно на стадии еще опробирования. Поэтому как бы не жалко. Но я подписала бумагу на усыпление. Конечно, очень жалко. Жалко в том плане, что котенок ждал от помощи нашей. Глаза такие, глаза у него грустные. Зайдешь, он же отвлекался, зайдешь, он лежит с открытыми глазами. Позовешь его Тимошка, он так это чуть приподнимет голову. Конечно, это все, знаете, как вот по сердцу. Как будто бы, ну я не знаю, я так привыкла к нему. Как за ребеночком ухаживала. Вставала несколько раз, его переворачивала. Описывается, я пеленку меняла. Ну вот, где-то он подхватил вирус. Ну а где? В деревне. В деревне, возможно, там, потому что он же жил вольготно там, на улице. Вот, он не привитый. Теперь я буду знать, что все-таки прививать, возможно, надо, что все-таки, если бы, может быть, был привитый, может быть, и... Ну, вот так, как не прискорбно, но пришли мы в пятницу с ним на очередную капельницу. Мне врач сказала, что и кот мается, и вы... Я говорю, может мне продолжать дома ставить ему эти внутриподкожные капельницы с витамином В, как вот я ему вначале ставила. Он говорит, а зачем, смысл какой? Я говорю, что немного продлите ему, но он у вас на глазах сохнет. И действительно, вот как бы я его ни старалась принудительно кормить, он усыхал. Усыхал вот один хребет у него, позвоночник, вот только у него даже вот в пятницу, я говорю, ну может еще возьмем кровь еще, чтобы на этот вирус подтвердить, пусть даже деньги, неважно, просто мне интересно, но не могли взять, у него температура была низкая. И когда я уже пошла подписывать, меня проводили подписать бумагу, хотела уже вернуться туда, а мне уже сказали все. Туда, пожалуйста, не проходите. Конечно, жалко. И пока я даже не готова, чтобы кого-то завести в ближайшее время. Это вот точно нет. Я не могу даже свыкнуться с этой. Зачем? Вот он у нас год прожил, мальчишка. И вот сейчас такая ситуация. Это... Ну вот, я коротенько рассказала, потому что задают вопросы. Кому-то отвечала в комментариях, но кто-то ждет моего ответа. В общем, на этом все, Тимошка усыплен, тема закрыта это. А я сегодня вот здесь гуляю, здесь такой микрорайончик, это район мыса города Тюмени. Мне вот туда нужно, вот в то здание. Вечерами не гуляю, потому что, вы же сами понимаете, вот сегодня мерзопакостная погода. А к вечеру катушка. Поэтому вот сегодня я даже здесь подольше прогуляюсь.
час-полтора, потому что гулять надо. Гулять надо. Вот такой здесь тихий микрорайончик. Ну все, пошла я дальше. Продолжаю гулять. Вот сейчас у нас в городе, по всему городу, вот такие детские площадки. Это ведь радует. Если раньше бывало, выйдешь гулять с детьми, негде не присесть, детям негде заняться было. А сейчас и качели, и различные сооружения. Сиди, как говорится, мамочка, здесь на лавочке, наблюдай за ребенком, чтобы все было спокойно, чтобы ребенок гулял, активно двигался. И это радует действительно, что все-таки местные власти уделяют большое внимание. Погода что-то совсем разгулялась. Мокрый снег. Мокрый-мокрый снег такой идет. Я смотрю своих подписчиков, так у многих такая мерзопакостная погода. У многих. Вот здесь у нас рынок строится. Уже, наверное, лет 10-то точно, по-моему, стройка здесь заморожена. Вот столько деньжищ уже вбухано, как говорится, а стройка не завершена. Сейчас рынков хватает в городе Тюмени, и больших, и маленьких. Ну что, продолжаю я гулять. Видео свое не буду затягивать. Спокойно, неспешной такой походкой я гуляю. Ну и пусть снежок мокрый. Сейчас говорю всем пока. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Пока-пока.